Давай чисто логически думать. Кому нужно было украсть 20 свиней? Нет, это явно не мусульманину. Хотя беспринципиальному мусульманину все равно. Мура, запомни, чтобы понять мотив вора, надо думать как вор, правильно? Угу. Тогда поехали на сестру Костяну. Костяну? Он что, вор? Нет, я думаю, ворсу. Они же их кушают. Значит, явно что-то о свиньях знают что-то. Вот молодец, логика работает, красавчик. Ну, логично же, правильно? Поехали. И сто свинья. Ладно, тут переборщила. Клапан, ну клапан. Костя прав. Как ты, брат, родной, как дела? Зависит от вас, пока все нормально. Че ты как не родной? Ё-моё, мы же дружеским визитом к тебе. Не может полицейский быть другом честному человеку. Слышь, Костян, ты потише со своими словами, понял? Захочу сейчас, блин, своих коленек будешь с алимблоки менять свои, понял? Всю ходовку свою перебережь надо будет. Че, с Эммануэлем хочешь познакомиться? Сериал, что ли? Сериал. Долгий сериал будет для тебя, понял? А, Мура, ну что ты, блин? Костя, ты же русский же. Ну, в зависимости от ситуации. Слушай, нам мясо надо, много мяса. Не-не, мужики, я же СТОшник, не мясник. Да хоть балерина, ёлки. Тебе сказали, мясо нужно, знаешь, мясо нужно. Свинина. Свинина? Тебе ж нельзя вроде свинину. Нельзя. Ты же у нас на праздник там пьешь на русском, уже кушаешь каза, правильно? Да. Ну вот мы тоже иногда хотим попробовать. Кость, ну это же деликатес. Ну как ты не поймешь? Деликатес. А что на рынке-то не купишь? На рынке, понимаешь, не свежие. Мы не доверяем. Тем более нам надо 20 живых свиней, понимаешь? А я слышал, у тебя знакомых очень много. И ты же задачи быстро решаешь, когда у тебя проблемы. Какие проблемы-то? Ой. Да мы тебе сейчас устроим проблема там проблема. Проблема? Ну, например, что там? Ну, вот, пожалуйста. Что это? Водочка. Распиваешь спиртные вон, напитки в общественном месте, ё-моё. Да я сейчас за машину пробью, 100 пудов, там проблемы какие-то есть. 100%. Твои вон эти, работники, что ты думаешь, трудовая книга есть? Ой, ладно, все, все, помогу. Есть у меня знакомый один. Спасибо. Торгует живыми свинями. Да? В больших количествах. Ой, я же говорил, вот, вот, красавчик. Давай, Костя, быстро телефон нарисуй его. На. О, зовут? Амантай. Как? Амантай. Не понял, что, казах свиней продает, что ли? Самое главное, не покупает же. Ну, в принципе, логично. Ну, что, поехали? Все, кето. Костян, это разговор есть, что между нами, хорошо, никому не говори. Конечно, мужики, я нем, как рыб. Все, давай, молодец, красавчик. Это, мужики, если там проверка будет, свистните заранее. Да, без проблем. Че, свистни. Клапан Гиткена. Старший сержант Тасымбеков, предъявите ваши документы, пожалуйста. Мужики! Мужики! Слушай, Мура, подожди. Чуть я отпухал, давай. Ты же ему обещал, если проверка пройдет, ты свистнешь. Ну, я свистну. Блин, ну это же жестоко, брат. Вымер, брат, вымер. Пойдем, пойдем, все. Не будет сарказничать больше.